Всем доброе утро. Я сейчас вызвала такси и поеду на праздник в квартал Калцима, на Калцимский тыргус, базарчик. Там будет сегодня испанский день. Суббота с 10 до 4. Здесь будет веселуха. Так, впереди нас встречают цветы. Цветочки. Пластинки. Поп-рок. Бабушки продают травку. Веночки, давайте пойдемте вперед, посмотрим, что впереди у нас. Фрукты, овощи. Давно мы с вами здесь не были. Я была здесь в прошлом году, тоже на каком-то празднике. Но это было холодную погоду. Сегодня тепло, лето. Много всего есть, салатики, сезонные ягодки. Ящиками берут. Я уже слышу, там где-то вдалеке играет испанская музыка. Начинаются танцы. Ой, как аппетитно все выглядит. Какие запахи, ароматы. Это подсвечники из дерева. Ручной работы. Можно сразу 4 свечки поставить. Очень оригинально. Танцуют наши латвийские испаночки. Смотрите, какие испанские здесь девушки ходят, в костюмах красивые. Сколько их здесь много, какие яркие, все красивые. Да, номер телефона, и мы будем разыгрывать бесплатные уроки начинающих. О, испанские танцы, да? Да, фламенко. Это надо быть очень темпераментным. Ну, черные волосы, это уже половина. Это уже половина, ясно. Ой, как интересно, обязательно возьму, да? Написать, закинуть. В августе у нас стартует группа начинающих, если интересно, да, танцевать. Тут вторая студия тоже. Да, это в теке, это в центре, где удобнее. Там, да, мне в центре, наверное. Да. И если сейчас хочется, можно с аксессуарами или с костюмом сфотографироваться там на красивом кресле. Спасибо за информацию, спасибо, да. Ой, слушайте, как здесь весело. Мне сразу захотелось пойти поучиться испанским танцам. Мне сказали, что я брюнетка, что мне подойдет очень испанские танцы. Так, здесь обучают, как нужно держать. Все для испаночек. О, как красиво! И картины даже испанские. Ух ты! Ух ты, как здорово! Шикарно, шикарно, шикарно. Yeah.
Люди сидят, отдыхают за столиками. Сюда. Вот, например, 75 евро такое платится из-за льна. Качество, конечно, очень хорошее. Но мне не нравится, что очень мнется. Надо постоянно гладить. А так, вот розовенькое ничего, да? Такого цвета мне нравится платье, да? И на сцену выступать. Испаночку. Художество. Картины красивые тоже. Природа. Такие косички у нас. Дети любят, Дашенька любит такие косички. 35 евро. Ходят, наслаждаются. Кто-то что-то ест. Очень много туристов. Так, бутерброды с черной икрой. Холодный суп, плов. Хорошо, что я дома позавтракала. Сыр дают пробовать. А, это туристы пришли попробовать наш латвийский сыр. Эти пробуют и танцуют одновременно. Я смотрю, туристам нравится наш латвийский сыр. Ага, полез. Ай! И мне дали попробовать. М-м-м. Вкусно? Очень вкусно. А вот цены на яйца. 3 евро. А зачем здесь очередь собралась? Давайте посмотрим. Ух ты, яйца жарят. Перепелиные яйца на такой сковородочке. Интересно. Сейчас ответственный момент. Копченые перепелиные яйца. Пятьдесят центов одно яичко. А, это называется чемпион завтрак. Завтрак чемпиона 2,50. Также здесь для детей имеется карусели. Как же без них? В общем, рынок очень большой. Есть все. И зелень, и мясо, и молочные продукты. О, даже паэлья испанская. Так, что тут добавляют? Креветочки. Креветочки, кальмарчики, мои любимые кальмарчики. Великолепно. Так, через 20 минут будет готово. Порция стоит 10 евро. Ходят даже с корзинами. Видимо, туристы. Ну, может быть, и не только туристы. Уже что-то берут. Супчик харчо за 3 евро. Это не так уж и дорого. Ехала в автобусе, увидела Латвийскую национальную библиотеку и вспомнила, что мы с вами там ни разу не были. Хочу зайти, подняться наверх, посмотреть панораму Риги. Там впереди музей, железнодорожный музей. Там мы с вами уже были как-то один раз, а здесь нет. Люди заходят, выходят.
Надеюсь, что сегодня открыто. Первый раз, ни разу здесь не было. Не знаю, нужно покупать билет или можно так заходить. Такой макет библиотеки. Маленький. Это первый этаж. Люди ходят, смотрят. Здесь довольно красиво. Красиво. Сколько здесь этажей, интересно. Я подошла к девушке. Она сказала в гардероб сдать сумку и подойти к ней обратно. И она мне что-то выдаст. Дали мне такую штуку. Так, двери открываются. А, она сказала 11-й лифт, я вспомнила, да. Здесь лифты по номерам. Так, выходим с вами, выходим. Ух ты, какая здесь красота. Столики. Можно стоять так и любоваться панорамой. Здесь на окнах такие точечки. Не знаю, надеюсь, вам видно. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Можно еще выше подняться на один этаж. Это уже 12 этаж. Но лифт на 12 этаж не едет, только на 11. Здесь можно присесть и любоваться. Я сейчас сидела на стуле, смотрела панораму, крутилась, вам показывала. И оставила на стуле карточку банковскую. Я ее взяла с собой, в сумке не оставила. Потом встала, забыла про нее, уже спустилась на 11 этаж и вспомнила про карточку. Я так испугалась. Стала возвращаться, и как раз спускаются две туристки с моей карточкой и по-английски. Говорят, это вы потеряли. Но они видят, что я такая расстроенная. Я говорю, да, да. Они мне отдали, говорю, thank you, thank you. Я же сейчас английский уже знаю после экскурсии в музее. Но я так испугалась. Видите, какие у нас тут честные туристы ходят. Спасибо им большое. Можно еще взять экскурсовода. Он проведет здесь экскурсию. Единственное, что мне не нравится, что на окнах такие точечки. Плохо, наверное, будет на камере видно. Вход бесплатный, да, хотела сказать. Платить ничего не нужно. Так что любой может зайти, подняться и посмотреть на эту красоту. Хочу пройтись еще по 7-му этажу, посмотреть, что здесь. Интересно, многие здесь выходят. Вот, может попить водичку, такой краник. Латы, когда были. Это на 3-м этаже я уже нахожусь, смотрю. Монеты, латы.
Даже есть монета 20 лат. Дизайнер этой монеты Гуннар Слоусес. Так, а что здесь у нас показывают? Уже что-то интересное. О, 5 лат. Даже были рубли латвийские, 200 рублей. Кто помнит, пишите. Можно прочитать историю. Больше всего я еще испугалась, что с этой банковской карточкой там же был еще номерок от гардероба, где лежит моя сумка. И потом попробуй докажи, что это моя сумка. В общем, большое спасибо еще раз этим туристкам. Я очень испугалась. В общем, прошлась я по всем этажам уже. Больше всего, конечно, мне понравилось на 11 этаже посмотреть панораму Риги. Теперь мы с вами пойдем еще куда-нибудь прогуляемся. Я теперь уже внимательно. Вот лежит моя на столе карточка с номерком. Я бы, конечно, положила бы их в карман, но у меня в этой одежде нет карманов. Ни в блузке карманов нет, ни в брюках. Поэтому приходится нести в руке все время. Я уже на первом этаже забрала свою сумку. Смотрю, здесь какой-то зал еще латвийской книги. Давайте заглянем, посмотрим. Ух ты, тоже красиво. Такая большая книга. Здесь лучше всего, конечно, взять экскурсовода, чтобы он все рассказал. Мы так с вами немножко пройдемся, посмотрим. Что-то можно напечатать наушники надеть, послушать историю. О, еще какой-то зал интересный. Так, а что здесь? Такая большая книга. Все ходят, все изучают, изучают. Слушайте, ну интересно как. Очень интересно. Ухо. Еще какой-то зал. Зеркальный лабиринт, что ли? Все в зеркалах. Ну да, какой-то зеркальный лабиринт. Ой, как-то здесь зеркала увеличивают. Разбитое зеркало. Ой, не будем смотреть в разбитое зеркало. Говорят, не очень хорошая примета. Ой, чуть не врезалась саму себя. Думала, там можно пройти. Так, вот и все. А что там за зеркало? Сейчас два парня снимали, смеялись так над собой. И на телефон сняли. Давайте с вами посмотрим. Меняется. Вот такая вот я стройная. А тут что такое? Ну, зайдем, глянем. Какая-то музыка. Что-то музыкальное, что-то связано с музыкой. Ну, типа тифон. Тоже что-то старинное. Какой-то мини-музейчик. Такое радио я еще помню, у меня дома было. Вот пластинки старые. Чакс.
А, ну и все. А, нет, еще там можно пройтись. Так, это тоже я еще помню. Слушала музыку. Ух ты, а что это такое тут? О-о-о. О, дискотека. Брейкданс, да? В общем, такой мини-музейчик. Ну, танцы. Дискотека. Пернем. Детская дискотека здесь. Только ни одного ребенка нет. Что-то на полу написано. Какой-то мужчина на машине едет. Куда он едет? А, помните еще такой магнитофон наушников? Я помню. О, вот это тоже знакомое. На плечо любили носить молодые люди. И на всю катушку на улице. Сейчас хорошо, наушники есть разные. Уже не надо музыку громко делать на улице. Еще один зал, я уже думала, всю. Так, а тут, о, смотрите. Кассеты. Помните кассеты? Тут какая-то аппаратура. Так, а что здесь? Это компьютер уже современный. И пластинка. Я уже собиралась уходить, а здесь на первом этаже такой мини-музейчик. И главное, что бесплатно. Так что приезжайте, приходите, смотрите, наслаждайтесь, изучайте. Мне понравилось, лично мне очень понравилось. Здесь еще на стенке такие наушники. Ну все, это был последний зал, выходим. О, и на выходе. По-моему, здесь кафе. Ой, какой ветерок, точно кафе. Здесь мы с вами и попьем кофе. Симпатичное кафе, правда? Главное, что народу нет, что мне больше всего нравится. Не знаю, может быть, что-нибудь закусить, но здесь все запотело, ничего не видно. Это, наверное, что-то из десертов сладкое. Сказала я кофе, здесь еще один зал есть. Что, ну народу вообще никого нет. Такой большой зал. А где народ? Ну, я пойду в тот зал, наверное. Приземлилась я здесь. Я когда зашла в кафе, я поняла, что я очень голодная. 2 часа дня. Я утром так немножко перекусила. Я заказала себе салатик овощной. И взяла пирожное медовое. И кофе. Это будет мой обед. Палес. Палес Лилс. Пожелали мне приятного аппетита. Такую красоту мне принесли. За все я заплатила 7 евро. Я уже сразу расплатилась. Теперь можно есть соус, это к салатику. Салат с овощами и с курицей. Но если точнее, то я заплатила 7 евро 20 центов. Вкусно было. Мне понравился кофе. Кофе вообще супер. Я, наверное, еще закажу себе белый кофе. Пирожное медовое было, конечно, не первой свежести. Но это понятно, людей здесь мало. Ну, салат вкусный. Я еще соусом сверху. Салат вкусненький получился. В общем, я наелась. Ну, хочу еще кофе.